Фимка. Так ласково называют саморемонтную кобылу Фомагусту на московском конном заводе номер один. Здесь к лошадям относятся как к детям. Заботятся, воспитывают, тренируют и делают из них настоящих чемпионов. Фомагусте 4 года. Была одной из самых перспективных лошадей в своем роде. Участвовала в скачках, выигрывала дерби, пока не получила травму. Теперь она вернулась на родной конный завод, чтобы продолжить свой род. Здесь за Фимкой бережно ухаживают, следят за состоянием здоровья, внешним видом, питанием. После утренней подготовки выводят на дорожку. Именно тут лошадь тренируют, развивая разные части тела. Тренинг – это где-то 4-5 кругов, это 5 километров рысью. Потом шагом полкилометра или чуть меньше, чуть больше. А потом уже еще 3 круга рысью. Это вот мацион. Для нее сейчас эта работа как мацион. Выбор клички для лошади – дело тонкое. Перед селекционерами стоит непростая задача – придумать красивое, но при этом короткое и необычное имя. Исторически принято начинать кличку жеребенка с первой буквы кобылы матери. Где бы вы ни встретили лошадей с первой буквы на «Ф», можно 100% определить, что эта лошадь рождена в московском конном заводе, потому что это семейство фабулы, относится боровихи. И почему на «Ф»? Потому что в орлскую породу во время ее разведения приливался кровь чистокровного жеребца. Примечательно, что клички выдающихся лошадей не могут повторяться на протяжении 25 лет. Помимо саморемонтных лошадей, московский конный завод номер один подготавливает также лошадей для верховой езды. Московский конный завод номер один был основан в 1924 году для разведения орловской рысистой породы. Здесь выращивают как резвых, так и экстерьерных лошадей. Залог успеха на ипподроме – активные тренировки и бережная забота, не устают повторять тренеры. Важно давать свободу и время на отдых. Для этого лошадей ежедневно выводят в ливаду и регулярно дают выходной. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».